Канализационный запах или роза ветров по-барнаульски. В последние недели жители краевой столицы жалуются на зловоние, причина которого неизвестна. Трудно дышать полной грудью на Солнечной Поляне и Павловском тракте. Самыми душистыми оказались улицы Власихинская, Кутузова, Антона Петрова, Строительная, Максима Горького и Короленко. И во дворе у нас есть запах этот неприятный. Ну, не так часто, но раз в неделю точно. Он как-то то ли со сменой ветра. В некоторых районах я чувствовал что-то такое, но так, думал, там со свалки. Гоголя с Горького пересечения. Недели две назад, там, я не знаю, месяц. Ну, периодически, не все время, так иногда бывает. Минприроды, Водоканал, Роспотребнадзор и Росприроднадзор не берут на себя ответственность за зловоние, перекладывая вину друг на друга. В мэрии эту тему не комментируют. Также пока неизвестно, как власти города будут решать проблему с забитыми ливневками, которые могут быть причиной неприятного запаха. В начале недели в администрации Барнаула прошло заседание, на котором обсуждали работу инженерных сетей города. Но о принятых решениях чиновники сообщать не торопятся.